Здравствуйте. Вчера глава города Евгений Первушов обратился к бизнесу с просьбой о приобретении машин скорой медицинской помощи. Мы знаем, сколько город и край делает для здравоохранения, в частности, Вениамин Иванович Кондратьев. И я считаю, что бизнес тоже не должен оставаться в стороне. Поэтому нами, нашей компанией, было принято решение о приобретении 7 современных машин скорой помощи. Мы хотим передать эти машины в города и районы присутствия нашей компании. 3 машины в город Краснодар и по одной машине в город Новороссийск, Туапсинский район, Динской район и Северский район. Я надеюсь, что это спасет не одну жизнь. Будьте здоровы!